дозиметр СОЭКС, очень маленький прибор размером с часы. Рядом вот можно увидеть ладонь. Как он включается? Держим кнопку ОК. И на экране появляется заставка. Сразу как прибор включается, он начинает измерение. Слева зеленая шкала означает цикл измерений, справа желтая шкала означает полноту измерений. То есть измерение считается законченным, когда желтая шкала дойдет до самого верха. Стрелки и мигающие желтые точки обозначают попадающие в поле действия прибора частицы. Также подсчет частиц сопровождается звуковым сигналом.